Ко дню города челябинцам обещали открыть самый долгожданный участок набережной от улицы Кирова до сквера искусств. В него вложили 743 миллиона рублей. Строительство шло 2 года. И, наконец, его готовы презентовать. Ко дню города челябинцам обещали открыть самый долгожданный участок набережной от улицы Кирова до сквера искусств. В него вложили 743 миллиона, строили 2 года и, наконец, готовы презентовать. Правда, не в сам праздник, а после него. Власти решили открыть набережную в полдень 12 сентября. День города же будут отмечать 11-го. Почему чиновники не совместили эти два события, не совсем понятно, ведь как бы было здорово провести теплые сентябрьские выходные на новой площадке. Тут есть чем заняться и взрослым, и детям. Погулять можно будет не только вдоль реки, но и в сквере. Он получился очень просторный. Набережная готова не на все 100%, но ее облик уже хорошо виден. По данным застройщика, отличий от проекта практически нет. Уже готовы пешеходные дорожки, газоны, клумбы, детская площадка и большинство активностей. Будет и бесплатный туалет. Набережная получилась воздушной и имеет отдельный спуск к воде. Напомню, в этом году преобразилась набережная реки Миас за мегаполисом. Территория, которая раньше использовалась как проезжая часть и парковка, стала одним из любимых мест отдыха горожан. Подрядчики создали пешеходную зону, велодорожку, произвели озеленение, а также открыли вид на воду. Теперь смотреть на реку можно, сидя на крутящихся барных стульях.